次的感染，他所有的好朋友出生了最佳的预约房，你就是那次的感染。 1, 2, 3будем играть на равных. Я вновь приветствую всех подписчиков и просто зрителей канала. Мы продолжаем свое прохождение XCOM Enemy Within. Итак, в ролике вы посмотрели все положительные аспекты и моменты того, что произошло за кадром. Всяческие улучшения. А сейчас я вам расскажу о не очень положительных аспектах. То есть, как вы видите, у нас минус 183 кредита. И это все потому, что я закрутился с глобусом, со всякими изучениями, исследованиями. И забыл, что у нас экзальт не просканирован на наличие операций. И они у нас денежки-то отворовали. А так как у нас было мало средств, то теперь у нас минус 183. Три кредита. Что еще у нас произошло нелицеприятного? Давайте сейчас вот так вот покрутим глобус на эту вот зону. Вот в этой зоне, это у нас Мексика, насколько я помню, которая вышла из совета, и над ней постоянно кружат мелкие истребители. Теперь же у нас висит тут спутник, мы постоянно их сбиваем и, соответственно, постоянно в щепки. Но это не столь важно, это немного надоедает просто прикручение глобуса, что тебя через каждые там, допустим, 5 минут эти мелкие истребители беспокоят, их убиваешь, они рассыпаются в прах, и все на этом заканчивается. Но при этом, при всем, у нас еще одна нелицеприятная новость. У нас совет решил, что время пришло и отправляет нас на операцию наводнения. Итак, уцелевший оперативник Экзальт, хоть и не сразу, но передал нам новые сведения о транспорте с оружием. Похоже, пришельцы сейчас окружили грузовик на дамбе в Восточной Франции. Чтобы забрать груз, нам надо действовать быстро. Получим мы 165 кредитов. Как знаем, это миссия по спасению Анетты Дюран. Вроде так ее зовут. Так, ну что ж, начинаем операцию, и чую я, там нынче будет жесть, так как там в этом моде очень многое изменили в плане высадки пришельцев. Прекрасно. Жду от вас хороших новостей. Да, совет, мы тоже от нас ждем хороших новостей. Так, ну что ж, давайте экипировать народ. Нужна будет бригада. Хорошенькая, так, дальнобойного пулеметчика, медика однозначно, так, снайпера, главное не увлечься всякими родами войск, а поставить тех, кто нам действительно сейчас будет нужен, а это наши пехотинцы. Так, ну думаю, Нефилим, Лиса и Чивонг. Отличная будет группа. Так, подождите. Посмотрим, кто их еще может дополнить. Дополнит их бестия. Штурмовичок. Так, и у нас кончилось место, что ли? Окей. Ну ладно. Тогда давайте кого возьмем на эту миссию. Или штурма, наверное, брать не будем. Давайте возьмем Голиафа. Так, дальнобойные нам нужны. Медик нам, в принципе, тоже нужен, потому как могут быть ранения.
Так, пехота по-любому идет. Да. Штурм бы тоже, конечно, пригодился. Но давайте, наверное, возьмем еще одного мэка. Вот так вот команда зачистки у нас пойдет. Как видел, кратер, два огнемета и кинетический модуль. А тут у нас у князя просто кинетический модуль и огнемет. Так. Ну что ж, вроде все. Давайте начнем испытывать боль. Садимся. Франция ждет нашей помощи, это срочно. Ну что ж, срочно так срочно. Высаживайте нас в центр тогда. Видимо, долго лететь. Все уже нервничают. А вот зажегся сигнал, и мы парашютируемся. Итак, народ, мы высаживаемся. Главное, чтобы дамба не рухнула раньше времени. Так. Посмотрим. Я отключил звук, включил субтитры, потому как в этой миссии... Тут как раз на этом завязан скрипт, который иногда не срабатывает. Так, ну что ж, давайте двигаться. Каратель у нас идет в эту вот сторону. Сразу наблюдает тут у нас некоторые нехорошие действия со стороны. Так, давайте второго мэка пустим сразу к этому крану. Центр нам тут сообщает, видимо, что засада нас ждет. Так, снайпера и пулеметчики, вы что-нибудь видят? Сначала пулеметчик. Чудо. А, давай, стреляй. Так, есть контакт. Здесь тишина, да? Тут у нас кто могет... В принципе, все могут. Могут и могут. Так. Майор тогда за машину прячется. Чашников идет за ним сразу следом. Так. Пехота прячется вот тут вот. За полщита по центру. Так, последний пехотинец вот сюда. Мэка поставим на боеготовность, он будет группу прикрывать. Хорошо. Ты смотри, какой жирный у нас попался искатель. Ах ты гад! Не мог выбрать кого-нибудь по росту. Но этого, надеюсь, убьем сразу. Нет, промахиваемся. А, каратель, ты чё? Сейчас еще будет по врачу стрелять. Вообще будет замечательно. Что за уродство? Опа, это что еще такое? Сразу высадка, да? Ждать не будем немножко. Офигевший мы. Так, ну а нам хочется, не хочется, надо бежать до туда. Отключать, они на боеготовности, да? Сволочи. Так, ладно.
Давайте Дарью для начала. Так, одного снимешь с боеготовности хотя бы. Даже не убило. Плохо. Так, открываем клапан. И теперь нам нужно будет либо с тыла зайти, либо что-то еще. Так, здесь стрелять начнешь. Подожди. Тогда подожди. Так, Лео, давай. Это раз. Это два. Так, лиса. Это раз. Это два. Отлично. Так, нет, ты не стреляешь, ты побежишь. Еще кто остался? Чивонг. Тут у нас, в принципе, нет же никого, да? Ну ладно, работай по нему. Есть контакт. Так, теперь что мы делаем? Снайпер у нас шибко добежать далеко не может, но пусть пока вот сюда хотя бы. Так, майор у нас к крану бежит с ручником. Отлично. Так, каратель вперед. Двух видишь, да? По 62%. Ну давай огонь. Хорошо. Так, там 53. Не есть гуд. Так. Так, как бы поближе-то к ним подойти. Отсюда вижу двух, нет? Вижу. Так. Вот как-то так вот. Поработаем. Отлично. Хорошо. И кто у нас? Чивонг, да, кажется? Остался, да. Его продвинем немного вперед. Так, предупреждает нас еще пришельцы. И вот они, роднульки. Так, первый, второй. Но это не шибко так нас пугает, такие пришельцы. А вот это уже получше. Но тоже не очень страшно. Все на боеготовности, как мы видим. Так, Нефилим, давай, бух, видишь, работай. Работай, работай, что ждем? Так, этот есть. Один наш отработал оперативник. Теперь. Что еще? В принципе, там далече остановились. Мы их не видим. А, давайте сейчас включим, вернее, выключим кран. Так, теперь отсюда уберемся. И я сейчас зайду в менюшку, включу звук наконец. Так, ну вот, звук у нас возобновился. Продолжим. Кого видим? Ты у нас на боеготовности, это нам совершенно не нужно. Вот так вот. Хорошо, сканируй. Так. И там у нас еще один стоит в боеготовности. Здоровый Мэг. Посмотрим, что он супротив нас сотворит. Промахивается.
Мазила. Так, а мы тем временем включаем. Отлично, штурм один. Теперь у вас есть немного времени на то, чтобы захватить грузовик. И что делаем? Стреляем. Отлично. Скоро мне понадобятся боеприпасы. Не надо. Ля-ля, как понадобится, перезарядим. Пока что нормально все. Бегу. Так, Дарья вперед. На задах уже делать нечего. Тут у нас народ, давайте перемещаться. Слушаюсь. Тоже. Давайте, наверное, перемещаться как можно дальше. Там нам сейчас не страшен данный робот. Так, давайте Чашникова вот сюда вот посадим. Я хочу посмотреть, увидит ли он. Увидит. Отлично. Так, работаем. Хорошо. Так, Чилонг. Вперед сюда. Сапер ошибается один раз. Одна нога здесь, другая там. Я бы так сказал. Так. Координаты принял. Майора вперед. Шеф, рядом с вами появились новые объекты. Ну давайте, испугайте нас. Нога. Вот держи ответочку, нефиг бегать. Отлично. Так, еще один мехтоид. Хорошо. И на задах появляется у нас ухошничек. Ты смотри-ка, какие наглые. Так, а как это вы наверх его высадили? Я его не вижу совсем. Дарья, работаем. Отлично. Номер один. Хорошо. Так. Неприятность эту мы переживем. По поводу того, что нам не видно ухошника. Так, мэками будем продвигаться вперед. Останавливаться не будем на достигнутом. Выхожу. Вижу новые цели. Ну давай, расскажи нам, как ты в нас не попадешь. Я под обстрелом. Мазила. Косые, стрелять сначала научитесь. О, мутончики. Драхуйте. Драхуйте, драхуйте. А теперь драпайте отсюда, долго испугавшись. Конечно, долго не протяну. Так, добежал. И что? Ну, добежал. Ну и что? Так. Как скажете. Челонку вот сюда. Кого увидишь? Только его, да? Ну, работай. Эх, надо было двойной выстрел включить. Конечно, меткость бы снизилась. Так. И берсерк у нас бежит далее до нас. Хорошо. Ясно. Давай, лиса, сюда подтягивайся. Не видишь его? Плохо. Так, здесь у нас кто? Нефилим. Давай ближе. Надо будет скоро перезаряжать всех. Так, вот плохо, что ты... Ну, в принципе... Не добежишь до Чилонга, я так полагаю. Так, у нас еще есть, конечно же, СВАТ. Так, так, так. Кого видим, в кого стреляем. Ну что, наверное, добьем, чтобы уже он нам не мешал. Вот так вот. Так, и в ударе включается. Ох, как супер. Следующего мутончика. Молодцом. Так. Ну и майор, конечно же, тоже. Напоследок сходи. Так, здесь что будем делать? Пододвинемся? Нет. Пододвинемся, тогда нам
садят в очередь, поэтому лучше пока перезарядимся. Тут давайте тоже, кто может, перезаряжаться. Так. Подгузники одели и отвечаем. Лови ответку кирпичей. Я без патронов. Нормально. Тебе патроны не нужны. Так, кто это еще там? Что это за безобразие? Откуда ты там взялся? Конец лунатику. Вроде никого сзади не высаживали. На крышу же высаживали. Как он оказался там? Что за глюки? Так, Нефилим, подходишь, перезаряжаешься. Так, Лиса. Выполняем. Давай дальше. В боеготовность. Чашников, работаешь? Ой, как отлично отработал. Да, здорово. Есть. Чилонг, ближе перезаряжаешься. Так, майор, вперед. Прям пробежечка такая. Так, здесь у нас надо бы как бы перезаряжаться, да? Сейчас мы это и сделаем, только сначала ударим. Ты смотри какой, а? Держи в бубен. Отлично. Так, Дарью сюда перемещаем, перезаряжаем пулемет. Окей. Князь идет, отворачивает краны дальше. Ну, что случилось, что такое, почему? Ты кран будешь отворачивать или где? Эй, эй. Что-то я ничего не понимаю, народ. Почему он не хочет кран вертеть? Ну ладно, ну я так не играю. Фиг с тобой, золотая рыбка. Опять компьютер начинает хлюздить. Давление на дамбу снизилось. Так держать. Вот так вот. Так, пойдем вперед. Кто там еще? О! Элитный мутончик. Ты-то нам и нужен, чтобы разгрузку изучить дальше. Так, кто у нас тут первый? Вот, наверное, в элиту и постреляем пока. Давай, вперед. Куда ты стреляешь, князь? Офигеть. В академию отправлю снова учиться. Это уму непостижимо так стрелять. Так. А что у нас дальше тут? А дальше у нас тут может быть засада. Так. Хорошо. Дарью нам нужно подводить как можно ближе. Она у нас на задних позициях. Но может стрелять, если будет видеть. Так, кто у нас там с фланга? Это кто у нас? Элитный мутон, да? Вот по нему дать залп. Давайте, обычный мутон нам не шибко страшно. Отлично, десяточку подрезали. Так, так, так. Тут у нас что? Ясно. Начинаю движение. Тут у нас пчелонг. Давай рывочком тебя вот сюда. Кто еще? Выхожу. Так, майора сюда. За машинку никого не видит пока. Ну да ладно. Так, где он уже сходил? Каратель. Блин, пододвинуть бы тебя. А давай. Пододвинь. Хоть и без патронов. А вот и наша цель. Отлично. Отправляйтесь туда и заберите оружие, пока тут все не смыло. Задание изменилось. Отправимся и заберем. Не волнуйтесь, центр. Так.
кого я тут могу? Вот так вот не зацеплю двоих, нет? Плохо, конечно. Ну да ладно, работаем. Так, паника, отлично. Паника — это отлично, паника — это хорошо. Бегом, лиса. Тут все вроде хорошо. Штурм один, готовьтесь. К вам движется противник. Еще противник? Ну давайте. Пугайте нас. Системы в порядке. Так, четверочку еще. Ну и на кого ты орешь? Ну вот там ты зря боеготовность, конечно, встал. Так, кого-то там попал уже майор. Ты смотри, развыкидывались. Ну хватит уже, стопы, остановитесь. Так, Дарья, давай по этому, на задах у нас. Может причинить нам. Мониторю сектор. Правильно, делаешь мониторь. Так, тут. Так. Тут у нас, конечно же, все на боеготовность могут стрелять. Чашникова нам надо перезаряжать. Reloaded. Да уж, засада, однако. Давай, Чилонг, вперед. Номер раз пошел. Больше не рыпается. Номер два пошел. Готов. Отлично. Так. Гарик. Майор, достреливай. Раз уж начал уже. Да ты что? Да ладно. Не попал. Ну ты, блин, даешь. Так, лиса, кого видим? Меха. Давай по нему. И второй раз в это же мочи. Отлично. Так, здесь у нас тоже интересная позиция, да? Как бы и перезаряжаться надо. И все такое, да? Но мы постреляем еще. Вот так вот, девочки и мальчики. Обосрались со страху. Так, здесь что у нас? Здесь, если мы с огнемета пульнем, кого достанем? Нехило достанем, в принципе. Давай. Вот так вот. Так, теперь тут у нас Лео. А Лео у нас прыгучий тип. Попрыгали. Так, поймали Лео в прицел. Но это было не страшно, потому как мехтоиды кто? Мазилы. Держи ответочку. Так, но эти уже не попадут, а ответку, конечно, получат. Так как они подожженные, напуганные. Напуганные, как мы знаем, очень плохо попадают. Так. И вот у нас по Дарье крит летит. Что и требовалось, конечно же, от этого урода ожидать. Только такую подлость. Так, чувак. Ты что там засел? Не стреляешь, нифига. Принято. Сидишь, молчишь, еще элитный мутон называешься. Пойдем сюда, здесь только вкусного. Лучше день потерять, потом за час долететь. Держи. Вот так вот. Так. Дарья, дело плохо, да? Отвечаем. Сняла его. Отлично. Будь на чеку. Так, кто у нас еще? Да, в принципе, все. Доходим. Сейчас князь у нас добежит.
Кто там? Не знаю. Наверное, кошка чья-нибудь. Драная кошка. Нет. Вы не понимаете. Я должна вернуться к ним. Нет, вы не поймете. Вы хоть знаете, скольких из нас они убили? Вы убиваете их? Но как? Помогите мне найти остальных, прошу вас! Великолепно! Оружие, за которым все охотились, оказалось гораздо более ценным, чем мы могли предположить. Отлично. Итак, операция завершена. Парящий взор. Парочку нам, конечно, оперативничков подранили. А именно, это нефилим и чудо, получили ранения. Но они не критичные, снесли только бронежилет. Поэтому будем надеяться, лазареты не слягут. Наши отлично поработали. Хорошо, что все вернулись в целости и сохранности. Ну вот, как я и предполагал, никто в лазарет не ложится, потому что попадание было только по бронику. Максимальная усталость 7 дней. Это у Лео, у Нефилима. Но это и понятно, он с генно модифицирован. Там усталость увеличивается. Остальные все очень даже не сильно устали. Ну что ж, отлично. Так, а Мэки у нас по 4 дня. На отдыхе будут. Хорошо. Продолжаем. Не забывайте, мы видим все. Хорошо, центр. Освобожденная от пришельцев заложница, Аннетта, была передана им организацией Экзальт. Она, мягко говоря, не спешит поведать нам о причинах, по которым она оказалась столь ценна, и о том, что с ней было в плену. В любом случае, за ней нужно установить наблюдение. Понятно. Так, что ж, перейдем к списку оперативников. Где она? Аннет Дюран. Так, это у нас медик. Ну что ж, отлично. То есть медика мы сразу можем взять с собой на заключительную миссию. В принципе, да? Хотя будем посмотреть, кто еще нам лучше подойдет. На эту роль еще есть возможность кого-нибудь посвятить в псионики из наших людей. Так, ну что ж, вот на этой нотке мы эту серию закончим, а следующую начну записывать я уже сейчас, а вы увидите их, наверное, друг за другом. Что ж, на этом все. Всем добра. Пока-пока.